Полицейские ищут очевидцев и виновника страшной аварии. Утром в районе дома 53 на Космическом проспекте сбили женщину с ребенком. Водитель скрылся с места ДТП. Как утверждают свидетели, удар был очень сильный и слышно его было за сотню метров. Стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося, а вот врачи прогнозов по состоянию пострадавших пока не дают. Подробности расскажет Данила Выжевский. Ирина Доронина утром, как всегда, торопилась на работу. По пути она услышала громкий звук тормозов и удара, хотя шла в сотни метров от проезжей части. Подумала, что обычная авария. Затем увидела, что на земле лежит женщина, которую сбила машина. Увидела, что лежит человек на дороге. Стала вызывать скорую. А машины были остановлены, машины остановились, движение тише стало. Притормозились, люди подходили. И потом скорая все это говорила, они записали мой номер телефона. Я говорю, знаете, я близко не была, я говорю, подойти не могу, потому что я тороплюсь на работу, мне тоже замечание будет. Хотя, может быть, и надо было подойти. Пострадавших несколько. Женщину сбили с 15-летней дочерью. Обе они сейчас в реанимации. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Мать в сознание не приходит, а у девочки сильнейший шок. На нынешний момент состояние более взрослой пациентки является нестабильным, она находится в отделении реанимации, несмотря на то, что проведены стабилизирующие операции. В отношении дочери, ей тоже, она уже прооперирована на нынешний момент. И у нее стабилизирован временно перелом бедра, обработаны все раны, да, и она тоже будет находиться в отделении реанимации. ДТП произошло на этом месте примерно в 7:20 утра. Несмотря на то, что здесь с каждой стороны пешеходные переходы, до которых буквально 100 метров, люди часто перебегают дорогу в неположенном месте, рискуя своей жизнью и не думая о возможных последствиях для водителя. Полиция уже проводит проверку и разыскивает водителя, скрывшегося с места аварии. В результате ДТП пешеходы, женщина 76-го года рождения и девушка 2001-го года рождения, доставлены в медицинские учреждения. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия. Всех очевидцев полицейские просят позвонить по телефону дежурной части ГИБДД 79-35-04 или 79-20-10, либо 02. Данила Выжевский, Константин Демиденко. Новости здесь. Омск.